Когда-то давным-давно в отделах технического контроля на предприятиях существовали вот такие вот штампики. На обычной деревянной основе, сделанные из резины. Они ставились на изделия, которые контролировались на выходе из предприятия. Как видите, у меня сохранились эти штампики. Давайте попробуем проштампуем их. Так, первые два штампика одинаковые, сразу скажу. Это наш родной советский знак качества. Такие штампики ставились по определенному критерию на очень качественные изделия. Дальше идут штампы, которые имели специалисты отдела технического контроля. Каждый специалист имел штамп со своим номером. Вот у меня два номерка только остались. Ну и для того, чтобы отмечать особо качественные изделия, был такой штампик со словом «отлично». Вот видите, что получилось. Сейчас покажу поближе. Знак качества. Отлично. И два штампа АТК. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.